Глава Римско-католической церкви осудил семейные пары, которые не спешат обзаводиться детьми и отдают свою любовь домашним питомцам. Понтифик призвал всех состоящих в браке католиков в возрасте от 25 до 60 лет не обременять себя лишними заботами о домашних животных, а отдавать свои материальные ресурсы и душевное тепло родным детям. Понтифик раскритиковал семьи, которые откладывают рождение детей на более поздний срок или вообще отказываются от идеи иметь ребенка, подавляя свои родительские инстинкты уходом за собакой или кошкой. Конечно, гораздо удобнее завести собаку и двух кошек и любить этих кошек и собаку, но в конце концов наступает старость, и семья чувствует горечь одиночества, отметил Папа Франциск. Он также напомнил, что в Италии в прошлом году был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости, всего 515 тысяч человек.